Здравия вам всем желаю. Ну что, почитаем старинные газетки. «Природа и люди». 1878 год. Германия. Придворный фотограф Альберт в Мюнхене изобрел способ передавать в фотографических снимках естественный цвет предметов. Способ этот весьма остроумен и хотя представляет первые попытки к решению этой задачи, но тем не менее заключает в себе, по-видимому, возможности дальнейшего усовершенствования. Секрет заключается в разложении цвета на желтый, синий и красный цвета. Первый снимок делается на пластинке, воспринимающей только желтые тона фотографируемого предмета. Вторая пластинка дает синие, третья – красные тона. При печатании цвета они сливаются и дают довольно точное изображение натуральной окраски предметов. В России же первым передавать естественный цвет предметов научился Сергей Прокудин-Горский спустя четверть века. Только он раскладывал не на желтый, а на зеленый, красный и синий цвета, как, кстати, принято и сейчас в полиграфии и телевидении. Московские ведомости 1900 года. С присоединением Формозы к своим владениям японские власти заняты искоренением курения опиума. Сперва вовсе запретили, но, встретив озлобление китайцев, снова разрешили, но наложили на курильщиков специальный налог. Наряду с этим правительство распорядилось закрыть опиокурильни. В Японии, не достигшим 18 лет, строго воспрещается курить табак. Лучший друг в путешествии – это какао Ван Гутен. Восстановитель сил и укрепитель нервов. Известие. 1921 года. Сено для Москвы. Ввиду острого недостатка объемистых кормов, создавшего критическое положение с фуражом в Москве, Тверскому губпродкомиссару и губисполкому за подписью товарища Ленина предписано в порядке боевого приказа выполнить полностью февральский плановый наряд на 250 тысяч пудов сена в Москву. Правда, 1961 года. Новый этап в освоении космоса. Сообщение ТАСС. В соответствии с программой исследований космического пространства 12 февраля 1961 года в Советском Союзе усовершенствованной многоступенчатой ракетой выведен на орбиту тяжелый искусственный спутник Земли. В тот же день с этого спутника стартовала управляемая космическая ракета, которая вывела автоматическую межпланетную станцию на траекторию к планете Венера. Автоматическая станция достигнет района планеты Венера во второй половине мая 1961 года. Основными задачами этого пуска являются проверка методов вывода космического объекта на межпланетную трассу, проверка сверхдальней радиосвязи и управления космической станцией, уточнение масштаба Солнечной системы и проведение ряда физических исследований в космосе. Известие 1992 года. Патриарх не дает своего благословения. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил письмо вице-мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с планами создания центра всех религий в Диснейленде, строительство которого предполагается начать в Москве. Как стало известно нашему корреспонденту, в своем послании он указал, что Русская Православная Церковь не может одобрить такого проекта и принять в нем участие. В письме подчеркнуто, что и так слишком часто из религии, цитата, делают своего рода шоу и этнографические представления. В письме отмечено, что предполагаемое совмещение всех религий в одном центре неизбежно приведет к восприятию различных вер посетителями только, цитата, «в качестве историка географических достопримечательностей». Здравия вам всем желаю!